Сегодня в России отмечается День памяти и скорби, дата начала Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона. В Самаре первые лица области по традиции возложат цветы у горельефа скорбящей матери Родине. Днем памяти и скорби станет 22 июня и на Иволге. В 4 утра, в час начала войны, 2000 человек примут участие в акции «Мы помним». Со свечами в руках вместе пройдут до берега Волги, чтобы опустить в воду венки. В память о тех, кто не вернулся домой с полей сражений.